Заседание Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» прошло в режиме видеоконференции. В повестке было два вопроса – итоги работы за 2023 год и приоритетные задачи на ближайшее время, а также избрание делегатов на 28-ю конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Местные единороссы оказывают большую поддержку военнослужащим, добровольцам и членам их семей. Только за октябрь партийцы передали 6 тонн гуманитарной помощи в Донбасс.